Сегодня специальное предложение дня. Фантастика! Это огромный набор. Набор, который дает нам шанс готовить всевозможные блюда. Лучшим образом, это набор посуды европейский. Вы получаете его со скидкой в 3700 рублей. Всего за 7499. Партия ограничена. Звоните сейчас. Итак, внимание, друзья мои, жареный бекон, помидоры, грибочки, сливочный соус с паприкой и с морковью. Здесь готовится, именно здесь томится, потому что в этот сотейник входит как раз в нашу полную комплектацию. Это настоящее европейское качество. 18 предметов в наборе. 18! Вы посмотрите, какая красивая посуда. Такую посуду мечтает у себя на кухне иметь каждая хозяйка. Вы в комплекте получаете самых ходовых, лучших объемов кастрюли, секретами кастрюли, о которых расскажет наш шеф-повар Олег Сотников. Вы получаете еще пароварку, да, Олег? Да, пароварка, фритюрная сетка. Вы получаете маленькие кастрюли и маленький ковш. Вы получаете в каждой крышке встроенный термометр, о котором я расскажу чуть позже, для чего он нужен. И посмотрите, король набора, это сковорода, сотейник большого объема и также со своей индивидуальной крышкой. Но это только начало. Да. Вы получаете еще две бакелитовые подставки. Вы получаете еще целый набор аксессуаров. Это половник, он нужен обязательно каждой хозяйке, лопаточка и шумовка. Все в одном едином дизайне. Стильное предложение. Еще две очень удобные силиконовые прихватки. Сделайте заказ сейчас, получите скидку в 3700 рублей. Олег, у меня к тебе вопрос. Многие скажут сейчас, зачем мне такой большой, огромный, можно сказать, набор? Давайте разбираться. Во-первых, это полная комплектация. Друзья мои, в каждом наборе встроен термометр, а значит, вы никогда не перетушите и не испортите мясо. Приготовите правильно свеклу, картошку и отварите правильно морковку. А главное, что вы наблюдаете процесс приготовления. Еще раз напоминаю, что в каждой крышке встроен термометр. То есть сейчас температура около 80 градусов. Я здесь у нас тушу телятину с беконом. То есть добавил еще секретный ингредиент в виде сливочного соуса. И вот это вот мы просто подаем сейчас и останавливаем. Смотрите, вот подаем вот это вот. Успейте сделать свой заказ. Обновите свою кухню. Готовьте вкусно. Угощайте своих родных. Собирайтесь за дружным столом всей семьей. Набор посуды европейский – это тот набор, который оценит хозяйка. Кстати, Олег, скажи, пожалуйста, какая хозяйка в первую очередь будет рада такому набору? Но дело в том, что продвину. Вот у меня... Нет, Олечка, не переживай, потому что это телятина. А телятину допускают приготовление даже сочек. Она уже готова? Это она готова, это сок просто. Мы ее оставим немножечко потомиться. Ничего страшного не происходит, потому что наша сковорода, она имеет настоящее, внимание, литой алюминий. Да ты что? Что это значит? Что это значит? Хорошо, сейчас буду рассказывать. Толщина этого алюминия, внимание, практически целый пол сантиметра. Вот давайте просто в качестве сравнения мы к этому вернемся. Посмотрите, толщина этого алюминия практически 6 миллиметров. И что это дает? Что это дает? Ты поставила на плиту, отправила даже эту кастрюлю, к примеру, в духовку. В духовку? А потому что наши ручки, они не пластмассовые, а значит, с ними ничего не произойдет. То есть ты хочешь сказать, что любой предмет из набора... Не любой, а кое-какие предметы ты можешь отправить. Например, вот эту большую кастрюлю можно поставить даже в духовку? Да, совершенно верно. Но у меня к тебе вопрос. Вот в этой большой кастрюле я вижу, что это антипригарное покрытие внутри. Да. А зачем в кастрюле-то антипригарное покрытие? Антипригарное покрытие обязательно нужно для того, чтобы готовить прямо тут поджарку. То есть, смотри, друзья мои, вы засыпаете сюда прям морковку, лук, который вы нарезали, и в этой же кастрюле обжариваете. А давайте разбираться с вами. Помните, такая ситуация, когда мы, например, хотели какой-то сковородки обжарить, а потом отдельно... То есть мы жарили раньше в обычной сковороде, потом перекладывали в кастрюлю, а теперь мы можем делать все
кастрюле из набора «Европейский». Собирайте свой набор. Это высокое качество, это европейский стиль, и это прекрасное предложение только сегодняшнего дня. 3700 вы экономите с бесплатной доставкой. Вы получаете полный огромный набор. Огромный набор, даже не помещается большой кусок телятины, который прямо я здесь потушил. Друзья мои, еще раз смотрите, вот эта вот поджарочка со сливками, с паприкой, она обязательно должна быть на каждом столе. Итак, вот. Все. Ой, а как аппетитно пахнет! А вы любите готовить так, чтобы у всех слюнки потекли? Готовьте в наборе посуды европейские. Ну, Олег, скажи, пожалуйста, насколько это экономное предложение? Ну, давайте рассмотрим. Если бы покупали мы отдельно, то этот набор посуды, например, кастрюля с антипригарным мраморным покрытием, стоило бы 1900. Ну, посмотри, какие цены. И даже сотейник с мраморным 2100. И получилось бы в итоге 12500. Да, 12500 это слишком дорого. Мы экономим сегодня более 5000 рублей. Если вы уже влюбились в этот набор, успейте забрать его из прямого эфира. Какие здесь объемы? Здесь у нас объемы, внимание, самая большая кастрюля. Она предназначена для того, чтобы сделать заготовки щи-борщи. 6,5 литра настоящий литой алюминий. Наша следующая сковородка, кастрюля 2,2 литра. Следующая маленькая кастрюлька 1,5. Теперь минуточку внимания. Вы в комплекте получаете и пароварку, и фритюр. Вот это фритюр, это пароварка. Сейчас, кстати, если успеем, подойдем к плите, и я покажу, как это работает. Ой, какой милый ковш! Для завтрака, внимание, вы получаете 1,3, получаете сковороду, сотейник 3 литра, две бакелитовые подставки, лопатка, шумовка, половник и две силиконовые прихватки. И все это с бесплатной доставкой вы получаете на своей ближайшей почте за 7499 рублей. Только один вот такой вот аксессуар будет стоить в магазине около 500 рублей. Сделайте заказы прямо сейчас, наслаждайтесь вкусной готовкой и экономьте на шоппинг-шоу. Да, совершенно верно, это литой алюминий, качество на вашей полный кухне. Набор европейского качества для вас.